приветствовать вас на открытии лучших площадок в Украине по улице акриловым покрытием, профессиональными щитами и кольцами. Теперь радуют жителей и гостей города. Баскетбол Международного благотворительного фонда «Солидарность». Мы рады приветствовать гостей соревнований, присутствующий Анатольевич Волков. Президент Федерации баскетбола Украины Валерий Валерьевич Кондратьев. Приветственное слово предоставляется олимпийскому чемпиону, президенту Федерации баскетбола Украины Александру Анатольевичу Волкову. И ребята, баскетбольная семья, ветераны, все любители баскетбола. Я очень возбужден от того футбольной судьбы. Сделал очень много. На пути развития, на пути роста мне очень помог Ефим Борисович Тасилипетровский во дворце спорта хозяева города, которые откликнулись на инициативу. Есть благотворительный фонд и есть вы, которые это все поддержали. Наша карта баскетбол. И мы идем, несмотря ни на что. Вы наши помощники, вы наши критики и наши ценители. Мы все вместе добьемся, что баскетбол будет спортом, и мы это все сделаем. Спасибо всем. И я считаю, что вот отсюда начнется, с этих площадок, будущего нашего украинского баскетбола. Спасибо, удачи, поздравляю, победу. Современные площадки. Ответственный момент, друзья. Можно сказать, поистине исторический. Открытие лучших в Украине площадок для уличного баскетбола. Площадки считаются открытыми. Аплодисменты. Итак, команда уже на площадке. Сейчас будет серьезная борьба, я думаю, хотя бы за первое вбрасывание. Итак, есть! Аплодисменты! Нашим властям, заместителю городского головы Ирине Георгиевне Зайцевой на память о сегодняшнем мероприятии. Есть! Аплодисменты! Теперь будет...
Украины.